Дождемся ночи здесь. Ах, наконец, достигли мы ворот Мадрида. Скоро я полечу по улицам знакомым, усы плащом закрыв, а брови шляпой. Как думаешь, узнать меня нельзя? Да, Дон Жуана мудрено признать, таких, как он, такая бездна. Шутишь? Да кто меня узнает? Первый сторож, гитара или пьяный музыкант, или свой же брат, нахальный кавалер в плаще, со шпагою под мышкой в маске. Что за беда, хоть и узнают? Только б не встретился мне сам король. А впрочем, я никого в Мадриде не боюсь. А завтра же до короля дойдет, что Дон Жуан из ссылки самовольно в Мадрид явился. Что тогда, скажите, он с вами сделает? Пошлет назад, уж верно головы мне не отрубят, ведь я не государственный преступник. Из милости ко мне ж меня отсюда он выслал. Он хотел меня от мщения семьи убитого спасти. Ну что ж, сидели бы себе спокойно там. Слуга покорный, я едва, едва не умер там со скуки. Что за люди, что за земля, а небо точно дым. А женщины, да я не променяю, вот видишь ли, Мальепарелла, последние в Андалузии крестьянки, на первых тамошних красавиц справа. Они сначала нравились мне глазами синими, да белизною, да скромностью, а пуще новизною. Но, слава богу, скоро догадался, увидел я, что с ними грех и знаться. Их жизни нет, все куклы восковые, а наши... Но послушай, это место знакомо нам. Узнал ли ты его? Как не узнать? Антониев монастырь мне памятен. Езжали вы сюда, а лошадей держал я в этой роще. Проклятая, признаться, должность. Вы приятнее здесь время проводили, чем я, поверьте. Бедная Инеза, ее уж нет. Я любил ее, Инезу, черноглазую. Ну, помню, 3 месяца ухаживали вы за нею. На силу-то помог лукавый. В июле ночью странно, ты, кажется,
не находил ее красавицей, и точно мало было в ней истинно прекрасного. Глаза, одни глаза, да взгляд, такого взгляда уж никогда я не встречал. А голос у ней был тих и слаб, как у больного. А муж ее был негодяй суровый, узнал я поздно. Бедная Инеза, что ж, вслед за ней другие были. Правда, а живы будем, будут и другие. И то, теперь, которую в Мадриде отыскивать мы будем. А, ау, я прямо к ней бегу явиться. Дело ей прямо в дверь. А если кто-нибудь уж у нее, прошу в окно прыгнуть. Конечно, развеселились мы. Недолго нас покойницы тревожат. Кто к нам идет? Кого вы ждете? Сейчас должна приехать Донна Анна, но муж не на гробницу. Донна Анна де Сальва, как супруга командора, убитого не помню кем. Развратным, бессовестным, безбожным донжоном. Ого, вот как молва донжуане и мирный монастырь проникла даже. Отшельники хвалы ему поют. Он вам знаком, там немало, а где-то он теперь. Его здесь нет, он в ссылке далеко. И слава Богу, чем дальше, тем лучше. Всех бы их развратников в один мешок да в воду. Что? Что ты врешь? Молчите, я нарочно. Так здесь похоронили командора. Здесь памятник жена ему воздвигла, и приезжает каждый день сюда за упокой души его молиться и плакать. Что за странная вдова? Недаром же покойник был ревнив. Он Донну Анну взаперти держал. Никто из нас не видывал ее. Дурно, мы красоту.
с нею бы желал поговорить. Вот она никогда с мужчиной не говорит. Но с вами, мой отец, со мной иное дело. Совсем не видно под этим вдовьим черным покрывалом. Чуть узенькую пятку я заметил. Довольно с вас, у вас воображение в минуту дорисует остальное. Оно у вас проворней живописца. Вам все равно, вам все равно, с чего бы не начать, с бровей или с локли. Слушай, Липарелла, я с нею познакомлюсь. Вот еще, куда как нужно. Уже повалил, да хочет поглядеть на вдови слезы бессовестны. Однако уж и смерклась, пока луна над нами не взошла и в светлый сумрак тьмы не обратила. Войдем в Мадрид! Испанский грант, как вор, ждет ночи и луны боится. Боже, проклятое житье! Да долго будет мне с ним возиться. Право, сил уж нет.